Министерство внутренних дел Израиля дало согласие на изменение статуса беженцев из Украины, а также на выдачу разрешения на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в стране по рабочим визам. Кроме разрешения на работу, эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование. За полтора месяца израильские волонтеры помогли эвакуировать 43 автобуса с мирными жителями. Накануне начала действовать система ускоренной репатриации для граждан России. В случае положительного ответа заявитель может прилететь в Израиль самолетом с Ахнута и получить медицинскую страховку и бесплатное жилье, пока сотрудники «Натива» заканчивают проверку и принимают решение о предоставлении гражданства.